Всем привет, ребят. Ну что, пробуем пройти битву гильдий, первую битву гильдий на нашем риском сервере. Сейчас я заберу плюшечки. Посмотрим, что у нас с этого получится. Поехали, посмотрим. Мы там на стриме смотрели, какие гильдии против нас. Ой, даже меня проходят, ничего себе. Вот так вот, надо срочно делать деф. Так, понятно. 350, 290. Угу, 391. Вот это будет нашим первым. Так, смотрю, тут у него воодушевлений хватает. Угу, интересно, интересно. Попробуем запустить ему. Вот так вот Атлантика, посмотрим, что с этого получится у нас. Не, ничего с этого у нас хорошего не получится. Там ворожей все равно отхиливает. Да, как же здесь не хватает Фрейя. Стрелка так мы и не ушатали. Даже ударить не смогли, ничего себе. Какие-то жесткие они все. Так, ладно. Сейчас. Так. Так, поставим вот так вот, сделаем такой вариант. Купидончик хорошо, хранитель хорошо, седна потом в конце, если что, используем. Так, Анубису нужна ремочка. Кто нам ремочку даст? Ну-ка, ребята, дайте ремку. Так, кто ремку зажал? Конечно, шанс слива, как обычно, но... Это наша первая битва гильдии, надо... Надо подкачаться, так. Ужас. Заставляет меня открыть одну ремку. Ладно. Так, окей. Сейчас чувствую, будет такой шанс слива. Так, поехали. Ну тут сейчас Анубис однозначно должен убрать юнитов. Что и случилось. Так, окей. Вот так вот. Бахнули мы первого с почином, в общем. Отлично. Первый готов. Поехали следующего смотреть. Надеюсь, дальше будет тоже весело. Так, тут у нас что? 359, да, это тоже и 350, по-моему, тоже входит в топ. Так, что у нас тут интересного есть? Стрелка я не вижу. Стрелка нет. Так, попробуем вот так вот сейчас. Угу.
Ну, придется взять юнитов. Там с воодушевлением, я думаю, что за фигня. Все понятно, все с тобой понятно. Так, отлично. Угу. Такой вариант тут не проканает. Хорошо, хорошо, сделаем по-другому, сделаем вот так. До свидания, до свидания, до свидания. Вот видите, что делает? Что делает эта имба? Это просто, ребята, это просто имбище. Имбище, имбище, живи. Тебе надо жить. Тебе просто надо жить. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Это просто будет жесть. Это называется мега-унижение топов. Так, давай, 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 давай. Так, сейчас бы неплохо было, отлично. До свидания, буря, до свидос. Вот так вот, ребята, надо бегать топов проходить. Ну, все. Пока-пока-пока. Прошли. Поехали, следующего смотрим. Так, что-то у тебя тут так густо. Надо тебе помочь. Любители. Так, что там у него Фрея с воодушевлением? Да, вроде нет. Так, отлично. Ну что, делаем то же самое. Кидаем. Вот так вот. Раз. Пусть подходит пока. И потом всех остальных. Нифига себе. Вот это да. Это было весело. Ладно, давайте еще разок. Веселые битвы гильдий. Давайте попробуем просто Атланта запустить. И Анубиса сюда следом. Сразу же, чтобы пропали. Так, хорошо. Так, ну вроде поспокойнее у нас стало. Пробуем еще разок. Вот так вот. Есть. Следующий топ у нас есть. Поехали дальше. Так, кто у нас тут? Двоих завалили. 355. Ой, что-то у него тут такое заоблачное все. Рея, стрелок. Мама мия. Так, хорошо. Ну чё ж ты не включился-то, а? Что за подстава? Так, тут еще и ворожей с воодушевлением. О божечки. Себе какие-то вы злые, ребят, я все понимаю, но имели бы совесть хотя бы.
там еще и то там есть. Ужас просто. Ну, я даже не знаю, что мы тут сможем сделать, но сейчас попробуем, конечно же. Ну, сейчас нашего... Так, окей. Успеет включиться или нет? Нет. Так, ладно. Не хочу заморачиваться. Посмотрим, что дальше у нас есть. Какой-то странный. Какие-то вообще странные такие расстановки. Интересные и странные, в свою очередь. Непонятно, откуда забегать. Где кого искать. Так, с юнитом мы попрощались. У нас остался стрелок. Это было, однако, смешно. Так, ладно, лучше выйдем. Так, что у нас тут еще есть? 286... 341. Давайте этого посмотрим. Но это было как-то весело. Так, а тут вообще непонятно, что это. Или он вообще на битву гильдии забил. Вроде в топе находится. Как-то странно, урона вообще не наносим вражеским героям. Даже смешно просто. Выражай свое одушевление, вот даже так. Ну давай. Так, там Ронин. Ну думаю, если мы сделаем... Ладно, пусть сначала ударит. Потом мы пойдем... Окей. Давай, Минотавр, шатай. Шайтана Мона. Так, есть. Да, как видите, надо все-таки Фрейка сюда. Ой, придется нам качать Фрейю. Что там у нас в гильдии? 3800. 11, да. Блин. Ну, конечно, тут бы Фрейя. Сейчас нам очень много чего решила. 12 скиллы. Да. Так, ладно. Не будем рисковать. Оно того не стоит. Первый же день. Лучше вовремя остановиться. Так, 339. Что у нас тут? Тут у нас идет. Не идет. Тут у нас должен был идти шайтан. Атлант. Так, ну может тут он пойдет. Че, у нас тут Фрейя даже нету, да? Зато у нас тут есть стрелок. Кстати, интересные расстановки. Надо будет попрактиковаться на них, побегать. Да, не вариант. Можно, конечно, было бы забор поломать, но зачем заморачиваться? Тех 20-30 ничего не дадут, по сути. Это какая-то расстановка, просто бред. Просто герои до свидания говорят, минус 3 героя сразу. Странно. Вообще очень странная раста. Зачем вот это было все так выстраивать? Не знаю.
Все? Фрей успокоилась? Или еще нет? Думаю, уже успокоилась. Так. Ну, думаю, так. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, что мы имеем? Пока второе место на битве гильдии, в принципе. Меня это как бы и устраивает. Докачаем силушку. Докачаем Фрею. Будем дальше трешивать. Надо еще и 12 скиллы вкачать. Учитывая то, что у меня герои с десятками. Как видите, у меня нету 12 скиллов. В принципе, довольно-таки неплохо справились с заданием. Единственное, вот было интересное раста, посмотрим. Надеюсь, такие расты будут в дальнейшем попадаться. Я прокачаю уже героев поинтереснее и будем уже против них трешивать. На сегодня у меня просто времени уже нет, поэтому не стал я затягивать это все дело. Да, но того не стоит, их 10-20 очков, по сути, ничего не поменяют. Выиграет только та гильдия, которая в идеале все пройдет. Как видите, у нас более-менее равные силы. Но что-то у них реально народ подзабил. Хотя еще полно времени. Посмотрим, что будет. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Участвуйте в конкурсах. Как обычно, лайки лепим, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.